Давай.
Há pouco não. Não estou a responder. Итак,
Сейчас просто боремся. Нет, от меня нет труба. Ну и что? Нет. Ну так же. Готовы? Все. Да. Положи соперника на лопатки. Отживай. Стоп. Стоп.
Посмотрите внимательно. Вас Миша берет за туловище и переворачивает через себя. По вольной борьбе это считается, да, будет. По вольной, по классике, под дзюдо, самбо, грэпплинг, джиу-джитсу. Не считается. Считаться не будет. А потом вы в такое положение попадаете. Посмотрите, Миша меня берет сверху за туловище. Взял, да? Я ушел сюда. Гоп, что ты падаешь? Миша. Обычно бери. Смотрите, раз, расслабляйся, опустить чуть-чуть. Ну не падай, стой! И отсюда, посмотрите, я ему что делаю? Болевой. Это раз. Называется выстрел. Сюда головой, сюда перевернулся. Видите, если он вернулся, удержание делает. Если Миша взял сверху за туловище, да, старается перевернуть меня. Вот, вот он переворачивает. Посмотрите, у него... Что в голову, где твоя голова? А это что? Ты что? Смотрите, вот он вас переворачивает, вот вы лежите. Вот его две руки. Взяли его руку. Хоп, болевой. Отсюда локти держим, удержание. Спасибо, Миша, что переворачивал. На эту руку болевой, на эту руку болевой. Наоборот. Взял за туловище, скажите спасибо. На рог сюда, на болевой. Перевернул, делайте удержание. А получается так. Один Саша берет, переворачивает. А Миша убегает. Говорит, наоборот. Хаджи. Через рот. И держай. Молодец, Саша. Михаил, нет, Руслан, аккуратненько обойди. Вон красный мяч лежит. Принеси мне его. Матэ! Так. Первый номер ложится на живот. Второй номер садится сверху. Второй номер садится сверху. Что у тебя руки? Для этого ручки сюда. Так, ваша задача. Ваша задача сверху. Эй, только стоя на коленях удушающий нельзя делать. Где мой Пилюлькин? Вот он. Сразу бить буду. Убью. Вы так просто человека поломаете. Посмотрите, когда удушающий, вы должны его спина, ваша грудь, то есть одинаково. Сколько вы можете прогнуться, то есть вы не поломаете. Если вы сидите на коленях, тянете, то, конечно. Теперь смотрите дальше. Ваша задача, он защищается, а твоя задача перевернуть его на спину, сделать удержание, постараться сделать удушающий. Постараться сделать болевой. Но так как это вам дается только 15 секунд. Эй, 15 секунд. И бой меняться все время. Поэтому смотрите, как получается. Будьте аккуратны. Готовы? Джимен. Раз. Два. Три. Возьми, Михаила. Так. Ложись на живот. Ложись. Ты держишь мяч, а Руслан... Нет, не скипартер. Локти, колени. Вот так, держи. Вот так, мяч, держи. Нет, не так, а ближе. Да. А Руслана должна у тебя забрать, а ты не должна дать ей. Так, Мате! Стоп, Мате! Мате, Руслан. Так, поменялись. Ты все время будешь забирать. Ты все время будешь держать. Внимание! Хаджи! Руку, руку! Вот так держать, Миша, молодец! Шесть. Не давай, Михаил, не давай! Шесть, семь, восемь, девять, десять. Матэ!
Так, кто у нас самый маленький? Опять Миша. Миша, достань там маленький набивной мяч. А этот, Михаил, отнеси Мише. Миша, маленький возьмешь, а большой поставишь туда наверх. Поменялись? Хорошо. Вот так. Кто ложится на живот? Кто на животе? Кто на животе? Сейчас. Сейчас Мишенька поставит. Внимание. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Смотри. Молодцы. Поменялись. Приготовились. Руслан, стоп. Не было команды. Отойди вон туда. Готовы? Хочу. Раз. Давай. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. А ты? Что запустил? Молодец. Что такое, Влад? Все нормально? А? Все нормально. Что? Все нормально. Кровь не идет? Хорошо. Поменялись. Так, стоп. Стоп. Макс, ложись на спину. Ты должен быть между ног. Вот в этой, вот в этой ситуации, вот эти, как их, ADCC-шники. Значит, Макс выигрывает 3 балла. Он ложится на спину, захватывает Сашу и держит. Саша должен выйти и что-то сделать. Вот из этой позиции. Алекс должен выйти. Выйти из этой позиции, отойти от него. А ты, Макс, должен его ногами, руками держать. Ты понял? Если он отошел на шаг, то ты уже все останавливаешь. Легли в эту позицию. Один на спине, один между ног. Один на спине, один между ног. Удержать соперника, не дать уйти. Приготовились. Хаджи. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Смотри. Даня, пришел к Мише. Саша. Бутуков. Готовы? Хаджин. Раз. Стоп. Сашенька, еще раз. Возьми, посмотрите, как Саша взял. Он взял ногами. Нет. И вторую руку под, снизу. И двумя руками за туловище. Нет, это сверху, снизу руки. Вот. Только голову сюда, под голову. Стоп. Еще раз. То есть что нужно сделать? Ногами, потом нырнуть по туловище, захватить руками туловище. И ногами, и руками. Приготовились. Хаджи. Уно. Дой. Три. Патрон. Забирай. Чич. Шассе. Шапте. Оп. Ну. Смотрим на меня. И если у вас в партере или в стойке прямые руки, то такое положение, кто выпрямил руки, называется жопа. Все. Ничего нельзя сделать, как проиграть. Руки надо держать согнутые, как в стойке, так и в партере. Моя рука выпрямленная. Соперник делает шаг назад, и я падаю.
партере, Саша, Саша, если в партере твои руки прямые, то ты получаешь болевой. А если согнутые, он начинает, Влад начинает делать болевой. Ты вытаскиваешь руку, заходишь назад, получаешь 3 балла. Ты понял? Еще раз поменяли. Еще раз. Только тот, кто на колени, должен уйти от тебя. Просто встать и уйти. Чтоб не было касания. Готовы? Держи Андреева. Вот так. Голову к себе, да, голову к себе. Кто тебя отпустил? Ударился? Хорошо. Матея? Черт, стоп. Стоп. Матея? Так. Алекс Стойко. Макс на спину. Спинаря. Спинаря. Макс Стойко. О, этот Алекс Стойко. Алекс Стойко. Значит, что ты лежишь как труп? Значит, твоя задача зайти и сделать со стороны головы удержание. Ты не переворачиваешься, Макс. Ты двигаешься вправо, влево, защищаешься ногами, но не бьешь его ногой. Ты защищаешься. Ты можешь перейти на болевой. А ты должен перейти... Но! Стоп! Алекс, ты должен подпрыгивать и прыгать на него вот теми ногами. То есть ноги убирайте в сторону и забегайте аккуратненько, старайтесь сделать удержание. Приготовились? Готовы? Начали! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Матей! Матей, показываю. Саша, как у тебя? А вот на животе? Ты борец или кто? А если драки берет на животе? Еще раз показываю. Смотрите внимательно, ложись на спину. Сами двигаются ножки. Он взял ноги, убрал в сторону и пошел вот этой рукой брать за шею. И сразу получил болевой. Еще раз. Отсюда убираю ноги вправо-влево. Я убрал ноги сюда. И если я начал делать... Здравствуйте. Я этой рукой стал делать удержание, сразу получу болевой. Не этой рукой, дальней рукой. Отсюда стараюсь захватить ручку, перейти. Понятно? Пошли. Меняемся. Отрываем. 2, 3, 4. Бей его по голове. Шатбан ему давай. Шаста. Шаста. Оп. Ноу. Мате. Каталин. Каталин, ты должен лежать, постараться лежать на спине и защищаться на спине. Ты соперника видишь, а так ты не видишь. Поменялись. Вот здесь. Готовы? Нет. Держи мяч. Есть силы еще? Да. А, ты сядь туда. Сядь туда. Дальше. Да. Ты сюда ложишься. 20 раз пресс. 20 отжиманий. И вот уходишь вон туда, потому что там камера работает. И можешь вот здесь, можешь, вот здесь около стола. И делаешь 20 приседаний. Хорошо? У тебя пресс, отжимания, приседания. Внимание! Че? Ну?
что, следующее соревнование 100 плюс. Ну, а я им говорю, еще раз говорю, они только какие, они чемпионы среди больших. А с большими просто вообще так. Нет, ну это ну, не 81, да? Вот самый сильный. А сейчас Макс идет сюда. Я из него делаю веревочку. Еще раз. Вот я вам дал вот этот проход. Те ребята, которые занимаются джиу-джитсу и грэпплингом, они все эти не работают. Они просто не делают. Почему? Потому что делаешь бросок, нужно зафиксировать. Если ты бросил, бросок не считается. Бросить и зафиксировать 3 секунды. Тогда тебе дают, кажется, 2 балла. То есть у них борьба не рассчитана на дзюдоистов, самбистов. Они под себя эту борьбу правильно делают. Поэтому они могут что делать? Они вот Влад боролся, Артем, они выходят, там раз ложатся, на спину начинают затягивать. То есть даже если вы его бросите и не пойдете на него, он перешел, ушел от вас, ничего, оценки нет. Почему? Если бы ставили оценки, то, конечно, борцы бы. Единственное, что я думаю, что под джиу-джитсу может быть. Под джиу-джитсу может быть не такой захват брать, а вот брать за кимоно вот здесь. Так, а теперь смотрите, что вы сейчас будете делать. Один пацаном в партере работает. В партере они очень хорошо работают. То врачи справа, лево, этот. И когда вам дают упражнения, вы их стараетесь не делать. Они делают, я вам только скажу по одной причине, они делают, потому что они платят. Вот они ходят 3 раза в неделю, они платят 300, 400, 500 рублей. Там король 40 лет заряд. Их папа проверяет, понимаете, поэтому он учит. А вы приходите, здесь вам показал, а могу деньги с вас собирать? Мне это даже приятно будет. Иди сюда, Макс. Посмотрите, Макс находится между ног. У вас есть две руки. Захватываете одну руку сюда, раз убираете. Поворачиваетесь, оп, закидываете ногу и делаете полево. И все, иди сюда. Еще раз. Раз, два. Убрали. И поворачиваемся. Повернулись, чуть-чуть, убрали и перешли на волевой. Пошли. Первый номер. Давай. Да, вот. 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 Вот
Еще раз. Нет. Ложись на спину. Ложись на спину. Садись между ног. Так, теперь смотри. Набираешь руку. Вот. Эту сюда. И смотри, на какую руку мы должны делать. Ногу сюда. И отсюда она болит. Так, у вас пятницу самбо. А в субботу 11. Греплинг. Пятницу это, в субботу греплинг. Там, тем более, греплинг не надо приходить в 9. Там написано, когда такие категории, там, наверное, у вас 12. Подойдете пол 12, разомнете. По возрасту самбо. А? По самбо, по возрасту. Просто. Мате! Мате! Да-да-да, и двигайся. Двигайся, попу, туда-туда-туда. Ножку подними. Вот, Михаил, а ты так руку не держи, ты руки все время согнутые держи. Мате, встали. Пошли вокруг ковра. Кто хочет 1000 лей? Я. Кто выиграет у меня по еврейской греко-римской борьбе, пожалуйста? Не я. Нет, без спортей. Без спортей. Разогревай. Без спортей. Как Саша там сейчас? Еще раз. Эй, стоять прямо, головой не мотать, как бараны. Постараться захватить соперника, сделать небольшой шаг и захватить снизу за туловище. Ломать где-то не надо, поднимать. Захватил, раз, два, три, отпустил. Дальше, если вдруг, вот вы боретесь у классиков и у вольников, там так. Если я его заставил выйти за ковер, это 1 балл. Вот это я еще борец с классиком. Я как бы немножко по этой еврейской борьбе чуть-чуть поборолся, но я забыл, что не выталкивают. Начали выталкивать. Я стал упираться тоже. Думаю, блин, нифига себе. Вот. Посмотрите еще раз. Потихонечку, бери за туловище. Вот он делает шаг и берет. Еще раз. Давай. Вот. Берите. А у меня рука это не считается. Значит, что надо Артему сделать? Надо эту руку, оп, захватить. Что нужно делать? Еще разочек. Я раз отсюда, он берет, я стараюсь эту руку. То есть, как вы видите, движение идет, вот, как бы борьба на руках. Борьба на руках. Если вы чувствуете, что вас возьмут, да, вы что начинаете делать? Начинаете говорить, и падать. Не надо падать. Стойте, ну проиграл позицию, проиграл. Этих позиций миллион. Значит, в следующий раз я вам скажу, какие ошибки. У вас прямые руки. Ручки. Вы же можете прижать руки. Вот, смотрите, Артем берет. Видите, я ему не даю. Почему? Потому что руки здесь, а не снизу. И ручку раз запутал. А вы начинаете еще так. Пиу-пиу-пиу. По морде. Вопросы есть? Идите, разыграйтесь еще. Давай разогребаем. Все, пошли, борьба на руках. Девочки, вам 30 приседаний, 30 отжиманий, 30 раз пресс. Так, чтобы это... Да. Сейчас иди. Что ты сидишь?
надо. Если вдруг один из партнеров вышел двумя ногами, значит он лучше этого будет бить. Он должен остановиться и отойти назад. Марш! Да. Где твои два марта? Вот два марта. Так это не так. Куда? Стоп. Идите вот сюда, Саша. Стоп. Вы пойдите вот так где туда, а вы вот там увидите от меня. Да? Давайте, давайте. На руках, на руках. Вы пойдите, сидите сюда, вот так. Вот так. Андрюха, что ты согнулся? Во всю горе все на руках. Вот так, стоп. Стоп, не сгибайся, стой прямо. Стоп! Не держите вот так пальцы, уберите пальцы. Держите больше вот так вот, согните. Большой палец, чтобы не убить. Просто отсюда, видите, убрали пальчик. Раз, раз, раз. Джон! Так, сыру нет, виску нет. Шерпы нет, блин. Стоп! Матея! Ребят, вы извините меня, но я не знаю, меня вот называют, знаете, вот, и я много в милиции слышу. Первый мой выход на мост, это Гара Фервиар, то есть железнодорожный вокзал. Там вот такие вот каменные есть. И мой старший собрал, значит, человек 10-12 пьяниц, вот так вот, посадили, и он говорит, я пойду звонить машину, вызову, чтобы они, машина приехала и забрала его трезвитель, а ты следи. Значит, я смотрю, значит, один сюда ползет, другой сюда ползет, третий так ползет, и я их сыграю. Вот вы мне напоминаете этих вот, почему, потому что когда вы боретесь, ну вот так боретесь. Эй, вы поверь, вот Бог, вот оно движение, вот оно движение. Ну нельзя ноги вообще не крестить, не подпрыгивать. Вот так ноги надо ставить. Смотрите, какие красивые пацаны, а ходите вот так вот. Эй, и этот, который с вами борется, вас держит, чтобы вы не упали. Джек! Михаила, делай столько, сколько можешь. 30 не можешь, делай 20. Пример, Андрюха! Блин, сейчас возьму палку сам. Стоп, ладно. Прямо. Не бросайся ключом. Мягко подходи. Хочешь, увидел когда-нибудь? Стоп! Вы, пацаны, не прыгай, бля, партнер. Нет. Пришлите, просто идите к нему маленькими шагами. Джон, кошку видели? Кота. Возьми его за шею, взрывку и пиши. Правильно, болельщик первый. Что ты поворачиваешься? Выпрями, выпрями. Смотри. Выпрями. Матея? Так. Пастухо, Саша, Лоренцио, Бутук, Ливио. Ты наклонялся. Каталин, Макс. Партер, и 10 раз удушающий болевой. Один лежит на спине, Миша на спине, и Саша между ног. И 10 раз делаешь болевой. Пошли. Пошел. Вот, смотрите, как делаешь. Болевой. Раз. Фиксируем. Два. Прямо. Согни руку. Три. Четыре. Пять. И боремся. Шесть.
Не боремся? Да нормально. Семь. Ногу сверху на рельсу. Снова убежали. Шут. Восемь. Девять. Даник убью. Да я не хочу, чтобы он не сделал больно. Больно. Так не делай руку, сопни. Все. Десять. Матвей ставит стойку. Боремся. Захват за торс. Джи. Да. Сейчас. Сделали девчонки? Да. А мальчишки сделали? Или только девчонки? Хорошо. Возьмете тогда мяч вот сюда. Никто не ударился. Все, туда да мяч. Матвей, Паттер, поменялись, второй номер. Берет руку, убирает в сторону. В сторону, Хаджина, раз. Ногу сначала двигается немножко на бок. Не, Сашенька, двигаемся и туловищем тоже. Три. Четыре. Ногу заходим. Пять. Шесть.
смотрите, еще не просто захватывать ногу, а захватывать ногу вот здесь. Раз, два. Дальше. Садимся. И одной ногой упираемся вот. Да что ты боишься? Вот сюда. Видите, да? Раз, два, и начинаем прогибать. Есть там варианты лучше, чем это. Они быстрее. Ну там вам. Давайте вот этот самый простой отсюда. Раз. И еще раз. Садимся, захватываю ногу. Да, вот, захватили. Раз, садитесь и отсюда одной ногой упираемся сюда. Здесь захватываем. Раз, два. И покажем болевой. Пошли, первый ног. Можно со стойки, можно сидя. Первый делай. На правую ногу на левую, на правую на левую. На правую на левую. Левую, не так. Да, после скольки. На правую ногу и на левую делай. Показывай на правую и на левую. Соперник защищается ногами. Макс, что делаешь? Болевой. Да, кто делает болевой? Я. Попробуй на ногу сказать. Матео, встали. Встали. Так. Ты, как тебя зовут, да? Да. Да, идешь к Бурдуже. Пастухов, Артемчик, перейди, пожалуйста, к Ливе. Разобрали. Либо на пятку, можно самбо. Что? На пятку. Посмотрите, в спортивном разделе, в спортивном самбо и дзюдо, если на руку, то так, то есть нельзя выкручивать. А самбо, разрешается делать на колено. Выпрямляя его, здесь держишь и перегибая колено. Здесь то же самое. А за пятку скручивать нельзя. По-польски боролся. На пятку раз, хоп-хоп. А пока судья шел, тот заорал, он поднял, дает мне и говорит, так нельзя. Я не знаю. И ушел сразу. Ему дали победу, и слава тебе, Господи. Да, я знаю, что так нельзя. Ну раз он остался душа, судьи молчат. Ничего, блин. Все, встали. Пожалуйста. Аджи. Так, стоп. Стоп. Макс перешел к Саше. Борис. Миша. Перешел к Урече. Аджи. Борица. Захватить соперника и оторвать. Любой захват, кроме ног. Бросать ее. Ну, если попробовать. Молодец, Катерина. Стоп. Бурдуша, значит, еще раз. Новички, это люди, которые, они здоровые. Я не поворачиваюсь, а локтями, глаз. Будь аккуратен. Хорошо. Даже если ты поднял, он все равно будет упираться и локтями. Поэтому ему говорю, стоп. Он даже тогда может тебя остановить. Все. Попробуй снизу. 3 секунды. Молодец. А ты, стоп, болевой прием делает второй. Артем идет к своему партнеру. А ты идешь сюда, Макс, своему. И вы меняетесь. Второй номер, болевой на ногу. Пошли. Нет.
Нет,
до нога сверху. О, это под коленку. О, умница. Еще раз. Здравствуйте. И вот эту ногу. Так, жопу. Вот сюда. А это сверху ногу, колено. О, вот сюда. Артем, идешь сюда. Смотри, а, наоборот, наоборот. Ты идешь по сухому туда. Влад, а ты идешь к Лиме. Так, Бутов. Кто здесь самый сильный у нас? Кто здесь самый сильный? Бутов. Бутов, кого тебе дальше? Вот здесь, раз. А? Кому хочешь? Так, иди к Саше. Вот, более Саша. Стой тут, Саня. Стой тут, Саня. Так, Макс, проверь клинку. А Лаврентий пойдет к этому. Саша. Артемчик, перейдите туда в угол. Макс, а вы перейдите сюда. Секвандит. Так, здесь тоже поменялись. Ты идешь. Ты идешь, да, Катерина, Андрей, ты идешь сюда. Аджимен! Боремся! На руках? Боремся. Да, на руках. И смотрите, стоп. Сколько? За туловище двумя руками. Раз. Два. Осторожно, лишь с коленом дали. Захватить, поднять. И еще одно. Зайти назад, сзади. Захватить туловище сзади. Вот три победы. Аджимен. Андрюха, стой на месте, не иди на него. О, пакеты. Если соперник не хочет, чтобы его подняли падает, отпустите. Вы выиграли. Мальчики, сюда подойдите. Да, чтобы не сильно было. Даже наоборот, Мишаня, идите сюда. Стоп, Андрей, Андрей. Андрюха, стоять прямо. Ой, ты покажи, что мне теряю. Набирай очки. Дай ему фору 5 очков, набирай. Андрюха, смотри. Болевой прием. Первый номер. Сели. Болевой прием. Болевой. Покажи еще раз, Артем. Болевой улучшается, нет? Болевой. Посмотрите, Артем ложится на спину. Бурдожно садится на колени. Он захватывает одну руку, убирает в сторону. Давай. Болевой. Ну покажи, как ты. А, еще раз. Хорошо, давайте сделайте вот как он попробуйте. Вот держит руку. Дальше. А, что ты по пульта сшили? Нет. Ну вот то, что ты показал. А, в принципе, хорошо.
Вот посмотрите, да, этот Бутужа дядя. Он поставил две руки на татами. И он дядя. А вот творец, который так стоит, вот так, это дядя. Дядя, спасибо, Алексей Богослав. А вот это уже красавчик. Посмотрите, поставь сюда лучше. Сюда и сюда. И сюда. Нет, сюда. Посмотрите, что делает Артем. Он захватывает руку. Вторая рука поднимается. И вот показывает, знаете, раз, поднялся, захватил и сделал болевой. И еще раз. Ты так до конца не делаешь, чтобы можно было еще раз показать. Это да, хорошо. Взял ручку. Видите, поднимается. Делает узел. И болевой. Вперед, первый номер. Пошли. Поднимай туловище, туловище поднимай. На правую, левую руку. Чтобы хорошо. Берите ручку. Вот так, вот так берите. Вот так, вот. Спасибо.
Саша подскользнулся, блин. Раз, два, три, четыре, пять,